Недавно в кирпичном районе города Каспийска по желанию жителей было обновлено освещение. Командир взвода, участник СВО Ринат Магарамов обратился к депутату Народного собрания Республики Дагестан Зауру Расулову с просьбой посодействовать в решении данной проблемы. Я к нему обратился с проблемой, что у нас здесь освещения не было. Оно постоянно то было, то не было. И у нас зимой здесь у всех есть дети, ходят. И очень была одна из главных проблем. И депутат Народного собрания Заур Магомед Расулович взял во внимание и в кратчайшие прям сроки решил этот вопрос. Так, в течение 2 недель проблема с освещением была решена. Установлены новые световые лампы и проведена полная замена электросетей. По словам жильцов, на улице теперь и ночью светло, как днем. Они поменяли полностью лампы. Поставили новейшие лампы, которые дают яркий свет. Потому что старые при каждом дожде у нас пропадал свет и приходилось долго ждать. Они сделали свою работу за неделю, даже меньше. Смету составляли сами электросети, и в связи с тем, что электросети были немножко загружены, это вылилось и то в такие кратчайшие сроки. Отметим, что депутат Народного собрания Республики Дагестан Заур Расулов не впервые помогает семьям участников СВО в решении их проблем. Так, в конце июля текущего года к депутату обратилась семья погибшего участника СВО Руслана Шахсинова с просьбой помочь сделать газовую арку, которую было сложно установить после переноса ворот. На сегодняшний день данная проблема полностью решена. Отметим, что проводились работы ООО «Каспийскгоргазсервисом» и городскими электросетями.